социальная идея. Национальная. Ой. Вот, по-моему, национальная идея сегодня в России присутствует. И вы знаете, мне это очень нравится. Потому что вот то, что мы как-то пытаемся все-таки какой-то патриотизм воспитать в нашем населении, это, конечно, все сделали, понятно, что наш президент и так далее, его окружение, но эта идея мне очень нравится. На самом деле эти ленточки на машинах, наши флаги, это то, что было забыто, и то, что когда-то было в Советском Союзе, это было замечательно. Все-таки мы должны любить нашу Родину.